Всем привет! Посмотрел помещение, огородный проезд 19, буквально 3 минуты пешком от метро Бутырская. Там два помещения в одном доме на первом этаже. Помещение под ремонт, высота потолков 3,50, санузлы, два выхода на каждое помещение. В принципе, рассматривали с инвестором под мини-гостиницу разбить на студии, чтобы потом сдавать посуточно. Ну, дальше смотрите видео, все про помещение показываю, рассказываю, можно посмотреть. Все помещения хорошие, по-своему. Но больше всех у нас 129 квадратных метров. А там бойня какая-то, сколько, 8 человек. Вот оно помещение слева направо будет снимать. Пожарный выход напротив входа, и в помещении присутствует мокрая точка, санузел. Света, к сожалению, здесь нет. Такое помещение. Это вот в этом же доме. Второе помещение, квадратуры чуть поменьше.